Вы вторглись в его территорию, да? Подошел, понюхал, показал, что он здесь хозяин, и он никогда не станет за кобылом. Он между вами и между кобылой. Он всегда готов охранять свою кобылу. Вот у них такой характер. Всегда готовы на охрану стать. А Мерин уже совсем другое дело. У него таких проблем нету охранять кобылу свою, жеребят.